Всем привет подписчикам. Вот я вытряс 7 мешков радиоэлектронного всего плат. Тут у нас материнки. Здесь даже памяти стоят. Вот даже 2. Я их на проверку сниму. Ну тут старые. Pentium 3 там и Strel 3. Такая вот куча жестких дисков. Вот эта плата с двумя процессорами, такими интересными, не знаю, чего поломана. Ну и куча видеокарт. Всякое любительство, вот еще вроде более-менее целое, но готовки. И старое. Платы СССР. Разъемы дать срезали, даже ПМ на месте. И вот все, какие-то они все однотипные. Все однотипные. Такая вот панель от советской микроволновки. Так, с рюшками. Вот тут куча телефонов. Жесткий переносной. Вот аппарат смена 8М. Вот тут вот здесь и еще вот здесь вот такая куча всего. Давайте вот тут уже сигнализацию разломали, трансформатор сняли на мете. Такая вот штука. Электроника 324 была. И вот это что-то не знаю, это железяка тяжелая, фильтра 224 серия микросхем. Такая вот эта вот, бедный Урал авто 2 раздолбали, брать ничего. Альпинист походу какой-то был. Ленинград, либо 002-006 тоже. Трансформатор выдрали, все, что от него осталось. Все плата полиокса, видать. Разломали тоже. Такая вот штуковина. Вторая половина. За такими еще гоняется любители с полиоксами. Вата. Три комплекта диодов, можно три зарядных устройства собрать мощно. Диоды стоят, наверное, 242. И вот такие платы. Такие вот радиостанции Лен. Остатки от них. Тут, наверное, комплектов 10. Раньше я когда-то ремонтировал в совхозах, в колхозах они были. Выходные транзисторы, второй выходной каскад. Вот содержимое. Тут сварочного аппарата Ресанта, походу, была. Разломали. Так вот, что мне осталось. Вот еще две банки. Можно выпаять. Интересно. Вот конденсаторы. За такими гоняются ламповые строители, усилители. Я их аккуратненько выпаю. Телевизор, по-моему, Samsung какой-то, ЖК. Вот так вот уже обломано. Вот полиокса.
разломали такое непонятное. Ну и ноутбуки, которые я уже показывал в первом видео, ну вот еще только приставочка все из мешка. Вот так вот поломано. Да, внутри что сэло, не сэло. Sony PlayStation. Такой вот обзорчик всего этого. Я покажу поподробнее. Десятки, все одинаковые. Такие вот еще. Это не знаю, что это устройство было. Такая железякой. Пишите, комментируйте. Вот. Такой вот обзор находок, всех мешков, всякого различного. Всем пока, до новых встреч.